Я бы хотел вспомнить историю моего дяди, театральную историю. В общем, это 90-е годы, военный спектакль, премьера. Молодой человек должен быть на авансцене, прям близко к зрителю. И он говорит: «Я вспоминаю, как мой отец писал моей матери письма прямо с фронта». Включается свет на балкон. Ну, балкон там сзади, там 2 метра 2,5. Стоит отец в форме, и у него монолог. «Дорогая моя Маша, я пишу тебе прямо с фронта, потому что я тебя очень люблю, я не могу без тебя». И дальше. Все. Это его финальная фраза. Все. Включается свет на авансцену, на молодого человека, и он говорит: «Вот так мой отец писал письма моей матери». Ну и спектакль шел дальше. Премьера. Молодой человек сидит на авансцене и говорит: «Я вспоминаю, как мой отец писал письма моей матери». Включается свет на отца. Стоит отец. «Дорогая моя Маша, все». И кувырком через эти перила, носом туда, прям вниз, выключается свет. В зале ха-ха. Молодой человек выдерживает паузу и с непоколебимым лицом говорит: «Вот так мой отец писал письма моей матери».